премьер-министр обвинил меня в лживости, я не буду вдаваться в эти обвинения, просто я хочу говорить языком фактов. Первое, что касается таможни. Из-за всех этих интриг, манипуляций в Киеве, в Одесской таможне казна недополучила 400 миллионов гривен в месяц. За два месяца это 800 миллионов уже. За 800 миллионов мы могли почти полностью закончить дорогу Одессы-Рени, очень важную для Украины и для Одессы. Когда мы говорим о реформах, за все месяцы, многие месяцы деятельности этого правительства, каждый украинец должен задавать себе вопрос. Вот когда нужно было что-то, чтобы что-то сделать, разрешение от 20-30 инстанций, просто было расписано, кому сколько взяток нужно было давать. И эти препонов стало меньше или нет? К сожалению, нет. И третье, когда мы говорим о влиянии олигархов на правительство. За последний год деятельности этого правительства, премьер-министра, ущерб, нанесенный госпредприятиями Украины, исчисляется более 100 миллиардов гривен. Эти госпредприятия реально приносят доход. Но они приносят доход олигархам. Но из-за того, что они приносят ущерб украинцам, их вынуждены субсидировать из своих пенсий люди, бюджетники своих зарплат, учителя и так далее. Вот и конкретное доказательство того, как влияют олигархи на перераспределение денег из госпредприятий, какое большое влияние имеют они на правительство и внутри правительства. Вот это и есть факты. Так что пора уже правительству перейти от того, чтобы кого-то обзывать, на то, чтобы исправлять вот эти дела или дать возможность другим, кто хочет делать, им не мешать хоть в тех делах, которые они хотят, чего они хотят достичь для наших граждан.